Сегодня я приехал в наш дом для пожилых инвалидов причастить, потому что пост начался, каждым постом исповедуются, они причащаются. И, по сути, каждый человек должен причащаться, особенно постами. Поэтому сегодня потружусь. Всех поздравляю и желаю вам здравия души и тела. Ну, в общем, причастил, замечательно все. Сегодня у нас 22 человека было. Прям много, больше, чем обычно. Ну, хотя у нас рекорд 30 было как-то, ну, а в среднем у нас где-то человек 16-17. Вот, а сегодня побольше. Слава Богу, умнички пришли, причастились, поисповедались. Ну, еще я сегодня ходил на карантин. А, там бабушку и парня с ДЦП привели. А бабушка прям такую историю рассказала, что она хотела закончить же самоубийство, и пришли к ней ее ученицы, она преподаватель, и увидели, что она хотела повеситься, ну и, конечно, ее отговорили. Попросили, я так понял, по логике, батюшку, чтобы он ее проведал, и вот, говорит, батюшка пришел по просьбе моих учениц на следующий день, хотя на следующий день еще хотела также закончить же самоубийство, и получилось, что пришел священник и говорит, 2 часа со мной общался, и я вот изменила свою всю жизнь. Я стала верующей, естественно, не сделала страшный грех. И очень много чего интересного рассказал. Так что, слава тебе, сегодня очень такое начало дня, такое плодотворное, духовное. И вам желаю Божьей помощи.